И снова всем привет! С вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать, как заставить ваш смартфон Xiaomi держать постоянные 120 или 90 Гц во всех приложениях, которые поддерживают данную герцовку. Это понадобится тем, у кого смартфон скидывает герцовку в различных приложениях. Демонстрировать я все буду на примере смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra на индонезийской прошивке с MIUI 13 и Android 12 на борту. Для того, чтобы изменить частоту обновления экрана или по-другому герцовку на вашем смартфоне, он должен поддерживать данную функцию. Итак, по умолчанию, для того, чтобы изменить герцовку на смартфоне, нужно перейти в настройки, далее выбрать пункт «Экран» и уже здесь пункт «Частота обновления». По умолчанию доступно только два режима работы – 120 и 60 Гц, а при активации 120 Гц через это меню во многих среднебюджетных и бюджетных смартфонах Xiaomi 120 Гц активируется. Но работает это все не во всех приложениях и часто автоматически скидывается на 60 Гц. И сейчас я вам расскажу, как сделать 120 Гц постоянными везде, а также еще добавить возможность выбора среднего значения в 90 Гц. Это оптимальное значение, которое не даст смартфону быстро разрядиться, также уменьшит нагрев вашего устройства по сравнению со 120 Гц и будет работать намного плавнее, чем 60 Гц. Итак, чтобы нам это все провернуть, достаточно установить всего лишь одно приложение. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Итак, скачали, установили. Теперь просто запускаем это приложение под названием «Частота обновления». И как вы видите, здесь появилась возможность выбора 90 Гц. Теперь отсюда активируем нужную нам герцовку. При этом выбранная нами частота обновления экрана будет поддерживаться во всех приложениях, где это возможно. На этом все. Если вам помог данный метод, напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. Также не забывайте подписываться на мои каналы на YouTube, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Рутуб и Телеграм. Все ссылки находятся в описании к этому видео. А я на этом с вами прощаюсь и всем до новых встреч!